куда-то, хоть куда, собрала нас всех ходьба. По тропинке вдаль идем, нам погода нипочем. Ура! Как всегда, с хорошим настроением. Впереди колонны преподавателя университета третьего возраста Лариса Карпова. За ней идут студенты, педагоги, врачи, спортсмены и просто любители активного отдыха. Кто-то даже взял с собой питомца. Все они участники традиционной акции «10 тысяч шагов». Укрепляется организм, суставы становятся гибкими, мышцы становятся крепкими. Мы очень рады, что мы ходим. Мы давно ходим, мы уже 13 лет ходим. Проверка давления и пульса. Перед стартом обязательная процедура. На протяжении всей дистанции были установлены информационные стенды, которые были разработаны Управлением здравоохранения Нижнекамска при грантовой поддержке компании «Сибур». И вот эта программа, проект «10 тысяч шагов здоровья», позволяет привить культуру здорового образа жизни, привить культуру спорта и привить, конечно, культуру вовлеченности и открытого отношения к своему здоровью. Маршрут пролегал от поликлиники номер 1 до Красноключинской школы. Акция традиционно приурочена ко Всемирному дню ходьбы. Дыхание развивается, как бы легче становится вообще. Мы вообще часто очень гуляем с подружками. Вот так вот тоже выходим. Только положительные эмоции, естественно, заряд и на весь день, и для души, и для тела. Завершилось все ярким танцевальным флешмобом под энергичную музыку. Денис Макаров, Рафаэль Ракипов, новости НТР.